Здравствуйте, меня зовут Белинская Ольга, я из Кустанайской области, поселок Тобол. Хочу сказать, что в компанию PM меня привел продукт, потому что, получив прививку от пандемии, у меня мой опорно-двигательный аппарат пришел в негодность. И врач-ортопед предложил мне единственное исцеление – это замена моего голеностопного сустава. Я мать троих детей, маленькому ребенку у меня 9 лет. И я тогда просто стала молиться: «Господи, неужели кроме операции нет больше выхода?» Я была на обезболивающих, и в конце концов мой спонсор Ирина Фойнт нашла меня. Господь услышал, она мне позвонила и предложила этот продукт попробовать. Муж мне вот так покрутил, сказал: «Ненормально, какими-то конфетами тебе сказали вот квоту брать и оперироваться». Но я поверила, я говорю: «Ира, хорошо». И буквально через три месяца приема слайда и приема стопа я вот хожу, я без обезболивающих, я каблуки теперь не снимаю. Я могу радоваться жизни, благодарю Бога, благодарю всех, кто меня привел к этому продукту. Спасибо большое. Так, следующий диагноз, я немножко хочу сказать, она расскажет о результатах своей дочери. Ну, вы понимаете, молодая девушка, ей, конечно, неприятно выходить. Маме тоже с детства, которая ухаживала за ней. Она расскажет, результат очень хороший. Это системная красная волчанка. Вы знаете, что это воспалительное хроническое заболевание соединительной ткани. Она очень трудно поддается лечению, но и диагностируется тоже очень. Если это хороший врач на пути встретился, то это быстро. А если человек родился в деревне, далеки от областного центра, то люди проходят не один год по больницам, даже без установки диагноза. Татаева Бакыт. Добрый день, гости, добрый день, семья ЭПЛ. Моей дочери поставили этот диагноз, но она заболела 18 лет, была студенткой наркоза. Приходила и говорила: «Мам, что-то у меня руки болят, мам, ноги болят». Ну, как-то не придавали значения. Потом уже попала в больницу, ей полтора года не могли поставить диагноза. Сказали 18 лет, один врач поставил, но и отвергли. Говорит: 18 лет, молодая, не может быть, чтобы было СКВ. Но вот пока мы полтора года лечились, мы это запустили болезнь. И ей поставили сразу кучу диагнозов. Поставили СКВ, поставили синдром Рейна, поражение всех органов. Это было нечто. Конечно, мы лечились, давали другие БАДы. Но уже вот после, вот как услышала про ЭПЛ, мы начали ей давать еще с осени, с прошлого года. Но она не это, тоже вот как все, не поверила: «Мам, ну это же обычный конфет, я ее ем, у меня болят десны». У нее были отеки языка, весь ротовая полость покрылась белым налетом. И она где-то, наверное, две недели, она: «Мам, я не могу кушать, мам, я жевать не могу». Но я ее все успокаивала: пройдет. Ну, конечно, все прошло. До этого она сдавала анализы, у нее были плохие анализы, ее хотели госпитализировать. Ну, вот она пропила сколько-то там месяца, наверное, 2-3, и то вот так вот, то пьет, то забывает. Я без конца каждый день напоминала. И вот когда уже зимой, в декабре сдала анализы, ее хотели ложить в больницу. Врач даже отругала ее: «Ты почему прикидываешься больной, если у тебя анализы все хорошие?
Почему, говорит, ты говоришь, что ты все болеешь, а анализы показывают, что ты не больная? Ну, это, в первую очередь, спасибо Всевышнему, спасибо вот нашим этого, вот, БАДам. Она, ей запретили выходить замуж, ей запретили рожать детей, выходить на солнце. Слава Богу, она в прошлом вот до этого пила, в прошлом году она съездила в Египет, загорела, это, купалась, и ничего страшного, все прошло хорошо. И у нее маленький ребенок, хотя не разрешали ей рожать, она родила. Вот начала пить усиленно, вот, наверное, с осени, продукцию ЭПЛ, и, слава Богу, она вот сейчас, второй месяц, опять забеременела, чувствует себя хорошо. И вот ребенок в этом году посещал детское учреждение, и ее спросили, я ей без конца отправляла гроб, и она это, давала ребенку, и ребенок сам вот часто вот увидит и кушает. И предупреждает, воспитательница сделала замечание, говорит, вы, наверное, ребенку даете какие-то витамины, все дети с сентября по несколько раз переболели, а вот ваша дочь еще ни разу не пропустила занятия. Вот это я считаю, что вот она пробивает иммунитет. Гроу без конца пила. Вот результат хороший. Спасибо вам за внимание. Следующий результат Ахметова Айнура. Добрый день всем. Я хотела рассказать, что у меня была липома около 20 лет. Ну, это не совсем болезненно, но это очень неприятное ощущение в теле, подмышечные впадины у меня было. И я лечилась в Китае, ну, истратила немало денег, как говорится. Ну, результатов никаких не было. После того, как я подписалась в компанию EPL и стала применять, в течение 3 месяцев применение Alt-Mels, и у меня ушла эта 20-летняя липома, которая 20 лет мне мешала жить. Я очень благодарна этой компании, благодарна Всевышнему. Спасибо. Конечно, все коротко рассказали. Результаты очень важны. Раньше, когда я пришла в сентябре 2020 года, у нас еще не было результатов. И мне приходилось все время, каждый ночь по Ютубу искать результаты. То есть я больше была уверена, что этот продукт работает 100%. А сейчас нам хорошо. Каждая презентация у нас уйма результатов, и все тянут руки поделиться со своим результатом. У меня был результат гипертоническая болезнь. Несмотря на то, что я сама врач, я состояла на учете, и в течение многих лет, 20 с лишним лет, я лечилась. Периодически, да, кризы бывали, делали системы, и на 2-3 месяца она успокаивалась, потом снова. И результаты у меня получила на EPL только через месяц. Люди через неделю поднимали руки, делились своим результатом, а я все сидела. Уже начала сомневаться, почему мне не помогает. И только через месяц я получила хороший результат. Я с собой не вожу сейчас тонометры, с собой кучу лекарств не вожу, потому что простые лекарства и нам мне не помогали. Я только сильными препаратами пользовалась. И это такая радость. Результаты, она дает такой, знаете, особенно когда знакомые рассказывают свой результат, приглашенные слушают ее больше, чем даже врач будет говорить, доказывать, что вот так она действует. Вот. Всем спасибо, особенно давайте поблагодарим людей, которые с кроком сегодня согласились поделиться с вами.